Спасите наши головы. С приближением весны все чаще в редакцию обращаются жители, которые просят привлечь внимание к нависающей повсюду в городе угрозе, а именно ледяным глыбам, сосулькам, скоплением снега. Кто должен следить за состоянием крыш, узнавала Ирина Вобищевич. Подобные видео стали с нарастанием появляться в соцсетях, как только стрелки на термометрах начали ползти вверх. Снято это все не у нас, хотя это не дает повода расслабляться. Грохот от сходов с крыш снега слышат все, как и наблюдают обваливающиеся сосульки. В те моменты свидетели испытывают радость, что не оказались в эпицентре падения. Иначе бы беды не миновать. Но это вот молодой человек прям недавно читал, что шел мимо, и вот эта сосулька, и он, по-моему, даже не карагандинец, а откуда-то приехал. И вот это вот такая вот прям грустная вот ситуация. У всех на слуху история с обрушением сосулек в Караганде несколько лет назад, когда погиб мужчина. После этого разбивала только неудачно припаркованные машины. Я знаю, что на медакадемии мы проходили, они прям огородили ленты, что ни машины, чтобы не ставили, ни люди, чтобы не ходили. Единственное место, где я видела пока что. То вот я шел, и там бухнула опять сосулька, вот рядом с домом. Вот такие беды происходят. Здесь, кстати, очень опасное место. Здесь были случаи, вы знаете, вот в этом дому именно. Ну, сейчас период такой опасности. Передо мной упало недавно вот так, опасян. Постоянно висят огромные сосульки, мы обходим стороной. Я вот переживаю, бабушки, дедушки здесь ходят, очень много пенсионеров. Надо это убирать. Кто должен этим заниматься? Коммунальные службы, КСК. Ну, в любом случае, это опасность для жизни, здоровья людей. Пока гром не грянет, пока никого-нибудь не ударит по голове, никто не будет ни чесаться, ничего не делать. Ну я вот так никогда не хожу, я хожу по тротуару. Я так боюсь ходить, поэтому я не хочу, чтобы на меня льдинка упала. Поэтому. Да это не то, что льдинка, там накроет так в лепешку хорошенько. Согласна. Как вы думаете, кто должен за это отвечать? Кто должен гарантировать безопасность жителей? Ну у нас есть акимат для этого, ЖКХ есть, ну КСК должно отвечать за эти вещи. Но у КСК есть ли такие деньги, потому что достаточно это высотные работы. И как это делать, это непросто, это риски жизни. Поэтому я думаю, что ЖКХ, акимат должен отвечать. Поэтому есть определенные фонды, средства для этого выделяются. В акимате нам пояснили ситуацию с крышами и нависшей с них угрозой следующим образом. Согласно пункта 1 и пункта 5 статьи 32 Закона Республики Казахстан о жилищных отношениях, собственники квартир нежилых помещений, сюда относятся юридические лица, обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации. В связи с этим вопрос содержания кровли, уборка снега, сбитие сосулек необходимо решать собственниками квартир на общем собрании с участием представителей ОСИ, простого товарищества, КСК, либо ответственного по дому. Учитывая то, что содержание кровли могут осуществлять только специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию, на собрании большинством необходимо рассмотреть варианты услуг всех существующих организаций и заключить договор с наиболее приемлемой для самих собственников квартир. Иными словами, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Таковы жилищные законы. Берегите себя и смотрите не только под ноги, но и поднимайте головы вверх. Ирина Вобищевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал.